Ассаламу алейкум, Муса. Алейкум ассалам. Давайте вот пожму. Скажи, вот ответь, пожалуйста, почему он розовый? Ну, это необычный цвет, честно говоря, для нашего, тем более, нашей республики, которую этот вот... Присядем, давай. Да, молодежный стиль. Молодежный? Молодежный. Да, куда нам, старикам, понимать, это молодежь. Да, да. Этот диван тебе нравится, он? Как он вообще? Ну, честно говоря, очень хороший, качественный диван. Один из лучших, по-моему, в мире. По-моему, на нашем этаже, как минимум. Может, в мире тоже, честно говоря. Не проверял сетку просто. Этот диван как называется? Амбер. Амбер. О, прикольно, Амбер. Смотри, диван, он какие есть преимущества этого дивана? В чем его фишки? Здесь есть бельевой короб, отдельно в атаманке. А покажите нам бельевой короб, пожалуйста. А то телезрители сидят в ожидании, то, что вы покажете. А вы все не показываете, не показываете. Это называется атаманка, бельевой короб, пожалуйста, можете свой белье. А почему бельевой короб здесь? И белье какое? Это носки, майки, вот эти вещи? Сам держится короб вот так. Да, хороший газовый порог. Он выдвигается, раздвигается, увеличивается, здесь трансформируется. Здесь какие метаморфозы происходят с этим диваном? Скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, которые смотрят нас и радуются вашему обзору, который Муса рассказывает нам постоянно. Он открывается, у него есть полноценный спальный механизм, еврокнижка. А неполноценный это что? Неполноценный это гостевой механизм, это раскладушки, например, которые вот гости пришли на день и ушли, получается. Переночевали и ушли, может, вот, чтобы гости не задерживались, например, нежеланные гости. Вот так, например, да. Просто покемарил и пошел дальше. Оп. Как называется этот механизм? Еврокнижка. Еврокнижка. Книжки вы читаете, Муса? Да, конечно. Какие? Разные. Классика. Разные классики? Основные классики. Скажите, пожалуйста, одно из произведений Льва Николаевича Толстого. Название? «Война и мир». «Война и мир». Молодец. А еще? Еще. Достоевский что писал? Достоевский писал «Мастер и Маргариту», «Идиот». «Идиот» точно. Но «Мастер и Маргарита» нет. Можете ответить, кто писал «Мастера и Маргариту»? Достоевский нет? Нет, Достоевский писал «Идиот». Давай я сейчас подскажу, чтобы зрители не подумали, что ты, ну, ошибся, не знаешь. Ты скажешь и такие ему, о, правильно, Булгаков. Кто писал «Мастера и Маргариту»? Булгаков. Вы знаете, молодец. Давай, мы не будем, наверное, полностью раздвигать его. Почему-нибудь будем? Будем, ладно. Будем. Смотри, Муса, давай резюмируем все, что мы сейчас узнали, и то, что я, по крайней мере, узнал. Это получается, что у дивана раскладной механизм еврокнижка, который позволяет из обычного дивана стать таким полноформатной кроватью. Этот бельевой отсек у нас достаточно большой и вместительный, с газовыми лифтами для того, чтобы держать крышку в открытом состоянии достаточно долго, там где-то лет 7 примерно, не закрывая. Так, вот это все, что мы знаем. Еще что, производитель, кто, наполнение, пружины какие, или вообще есть ли пружины и так далее, можешь про это рассказать? Муса, нам, пожалуйста, зрители нам ждут. Здесь, получается, идет эта питерская компания NextForm, это одна из самых лучших компаний в мире. В мире, можно тоже. А наполнение какое у нее? Здесь идет трехслойный наполнитель, ну, трехслойной жесткости, и идет змеевидная пружина. В принципе, понятно все. Муса, спасибо вам за столь интересный рассказ о том, что здесь вот такие штуки есть. Спасибо. Питерский NextForm диван Амбер, трехслойная жесткость, атаманка, все дела, розовый цвет. Добрый вечер.